Замочить чернослив в воде на 30 минут, затем нафаршировать его орехами. Яйца взбить сахаром, добавить 1 столовую ложку меда и перемешать. Прибавить размягченное сливочное масло и соду погасить уксусом. Массу поставить на водяную баню и нагреть ее до тех пор, пока она увеличится в объеме в 2 раза. Затем снять и немного охладить. Всыпать муку, замесить крутое тесто. Скатать тесто в шар, завернуть в пищевую пленку и положить в холод на 10 минут. Из теста сделать маленькие лепешки, на центр которых выложить по 1 подготовленному черносливу и сформировать шарики размеров с грецкий орех. Заготовки переложить на противень, выстеленный бумагой для выпечки. Выпекать в разогретом до 180 градусов духовом шкафу в течение 20 минут. Оставшиеся орехи мелко порубить, каждое печенье обмакнуть в мед и орехи.